104. Первое областное радио. Никогда никто, кто оказывает благотворительную помощь, лично не занимается ни с кем. К нему просто обращаются. На улице, на работе, по звонку или просто при встрече. И здесь на ходу даже порой решается помощь и большая, и маленькая. Есть человек, заболел тяжелой болезнью, ему просто необходимо помочь. Люди, причем оперативно, люди, да? Да, люди бедствуют. Ну, да, действительно, это делается оперативно в течение суток, и мы оказываем помощь. Есть структуры, которые долгое время не могут получить какой-то помощи для создания, ну, каких-то мероприятий, которые просто необходимы для детей. Здесь тоже откладывать надолго, когда человек, люди долго мучились и не могли этого получить, тоже нельзя совершенно. Вот, много студий, которые на сегодняшний день в Новосибирске есть, детские студии, которые ставят различные постановки театральные. Ну как их мимо обойдешь? Там очень много детей задействовано. Конечно. И с удовольствием помогаешь, а потом ездят туда и благодарны тем ребятам, которые выступают на сцене. И от этого просто радостные. А сколько спортсменов, которые прошли через наши, через мои руки, которые на сегодняшний день стали чемпионами мира, олимпиады. Да, это правда. Это просто гордость, гордость. В лицее всегда ощущалась помощь именно Вектор Биальгам. Это касается не только именно направления биотехнологического. Про это направление мы можем говорить долго, потому что Леонид Георгиевич оказывает нам содействие в организации учебного процесса по специальным курсам. То есть мы курсы получаем не только в самом лицее, но и на базе этого предприятия. То есть в лабораториях ребятишки занимаются. Ну, вы практически дочка, да. Получается, да? Да, да. Вот. Ну, есть, конечно же, другие, не только биотехнологическое направление, да, а есть и другие направления. Такие, например, у нас есть танцевальная студия «Арабеск». То есть там ребятишки, больше 60 детей, занимаются танцами. Они тоже с Леонидом Георгиевичем очень тесно сотрудничают. Это очень приятно, что не только узкой направленности у нас взаимодействие, а взаимодействие именно вот такое широкое, доброе, настоящее. Мы уже порядка более 10 лет отслеживаем полностью в обоих школах, 5-й и 21-й, как обучаются дети, какое у них направление. Мы их отправляем на олимпиады, на различные соревнования. Некоторых детей ведем до конца. У нас есть премия 11-классникам. 11-классники, успешно закончившие школы и 5-ю, и 21-ю, они получают премию в размере 25 тысяч каждый. Некоторые не прошедшие по баллам в университеты, мы их берем на обучение, и они учатся за счет Биальгама. Главное, что я вот смотрю за всеми этими мероприятиями, которые мы делаем, вот все дети и все взрослые, которые перепрофилировались за счет Биальгама, они все остаются на нашем предприятии. Ну, это нас очень важный показатель, конечно. У нас омоложение 70%. И 30% у нас уже молодых, от 23 до 35 лет, это руководители высшего звена. Радио 54. Первое областное радио.